Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Канцлер, я специалист по продвижению Facebook и Instagram. В последнее время Facebook и Instagram выкатили такое количество обновлений, такое количество новых фишек, функций, и в то же время спрятали функционал, который был активен до этого, что я понял, что нужно прочитать свой фирменный двухдневный интенсив «Тренинг в Кишиневе», в котором я расскажу подробно и поделюсь всей этой полезной информацией. На самом деле, те многие приемы, которые работали раньше, сейчас уже не работают. Сейчас есть уже какие-то новые фишки, новый функционал, который позволяет быстро и эффективно добиться результатов в этих социальных сетях. И в Кишиневе, в Молдавии, сейчас очень сильно развивается такая социальная сеть, как Инстаграм. И именно второй день своего тренинга я посвящу тому, как продвигаться в Инстаграм, как делать качественный, красивый, креативный контент, как продавать через социальную сеть, как находить там своих клиентов. Поэтому жду вас на своем фирменном двухдневном интенсиве в Кишиневе. До встречи!